Проявить свои таланты и представить себя ландшафтным дизайнером может каждый житель АЛЛАТРА. В городе проходит ежегодный смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территорий. Городской смотр-конкурс – это предварительный этап республиканского смотра на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта. Администрация города АЛЛАТРА в конкурсе участвует ежегодно. Так, в прошлом году в номинации «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов» первое место было присуждено умельцам дома номер 34 в микрорайоне Стрелка. Почетное третье место у семьи Козиных. В этом году конкурс проходит по пяти направлениям. К участию в творческом состязании приглашаются предприятия и организации, учреждения, территориальные общественные советы самоуправления микрорайонов, жилищно-эксплуатационные управления, уличные комитеты, жители частного сектора. Семья Спрыгиных из микрорайона Ямская – постоянная участница конкурса. И в этом году им тоже есть чем удивить горожан. Это начал заниматься у меня муж. Муж умер 3 года. Сейчас я его немножко поддерживаю, цветы вот рассаживаю. Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 5 августа предоставить в администрацию города заявку на участие, фото и видеоматериалы.